Ну, типа, она отменная. Ну, ага, да, это уже как бы ты типа пункт, у тебя что-то. Да, да, типа ты пункт. Откуда ты такая, словно горная река? Своим видом. Оу! Это что было сейчас? Откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держись на стак? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови полет. Мы уже готовим зал, все столбились вокруг нас. Я не в шутку все сказал, детка, кончилась игра. Это война! Ой, блядь. Давай, все, иди в будку. Пошел, бро, удачи. Давай. Все, расслабляюсь, я тебя не подвожу. Просто спокойно пою. Да? Все верно? Все. Даже наушник не надо. О, а, какое да, эхо. Чего, друг, не надо? Вот с такой же улыбкой, как я сидел здесь, да? Да, 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 спокойно. Спокойно. Все на релаксе, так сказать. Все? Да, зарядился, все. Ага. Вот это же? Да. Ага, все. Дверь закрывай. Эй. Бэкстейдж, бэкстейдж. Блэкстейдж. Бэкстейдж. Эй, здравствуй, Москва. Я тебя сейчас так взорву, что ты охнешь. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда? Пойдет так? Ну ты сам-то слышишь, нормально? Секс! Давай, попробуй, просто пробежаться без записи по всему тексту. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держись на стак? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови полет. Мы уже готовим зал, все столбились вокруг нас. Я не в шутку все сказал, детка, кончилась игра. Это война! Да, круто. Это очень круто. Это очень круто. Вот это очень круто. Ты сам-то слышал, как я. Я у меня кайфую сейчас, честно. Вот просто. Вот этого я от тебя и ждал. Вот да. Этого я от тебя и ждал. Серьезно, так что. А что сейчас нужно сделать? Вот это, как ты говоришь, запись сотового уровня. Я сотового. Даже не заволновался, это первый раз я уже писал. Потому что кайфово звучит, короче. Кайфово звучит. Давай еще один прогон полный и по частям пишем. Давай, давай, давай. Без ошибок, поехали. Эффект четкий. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держишь нас так? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, я не клюсь, у меня сейчас по рукам просто мураши побежали. Хлеба. Я отвечаю. Вот ты сейчас сделал так четко, блядь. Я отвечаю, у меня же мураши. Я даже добавил что-то. Вот, вот так же, точно так же пишем. Давай, все, поехали. Не говори, что я пишу, я просто тренируюсь. Все, ты тренируешься. Да, я тренируюсь, все, все. Дальше тренируйся, дальше пошли. Поехали. Готов? Да. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держишь нас так? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови полет. Мы уже готовы.
Давай еще раз. Еще раз. Да. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Ночь дозакая горит, а ты зачем держишь на стак? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои высшие, останови полет. Мы уже готовы. Хрень? Лучше, лучше, уже лучше. Еще. Давай еще. Вот это добавил и все. Просто, да, знаешь, как... паузы какие должны быть? Да, смотри, смотри, на самом деле, нам надо записывать по две строчки. А тогда еще, еще лучше получится. Давай, по две строчки. Давай, да, давай. Да. Эй, малая. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Есть. Так, второй дубль. То же самое? То же самое, да. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Прикольно, прикольно. Еще один дубль. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Ой, а прикольно. Да. Мне нравится. Так, слушаем, пишем дальше. Так. Этот момент. Этот момент, бля, конкретно. Okay. Так, слушаем. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Так, дальше. Слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не проста. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держишь на старт? Еще разочек. Еще... Хорошо, отличный дубль, но просто еще раз запиши. Подхвати концовку. Слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держишь на старт? Дерзишь. Дерзишь, да. Дерзишь на старт. Идеальный был вариант, пиздец, дерзишь запорол. Давай еще. Да. Дерзишь? Да. Дерзишь на старт, дерзишь слишком свысока. Эй, откуда блин, ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем дерзишь на старт? Так, есть, это хороший бэк. Давай, только дерзишь раз так, скажи нормально. То есть, дерзишь на старт. Ты просто там по именно по амплитуде голоса ты уходишь. Ну, то есть по громкости такой. Ты зачем дерзишь раз? Ха, дерзишь на старт. Слишком свысока, эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держишь на старт? Так, и основной, давай. И все вместе. Слишком свысока, эй, откуда ты такая, словно горная река? Давай, еще раз, еще раз. А, вот это? Да. Слишком свысока, эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простак. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держишь на стак? Дерзишь. Я понял, дерзишь надо переписать, сейчас. Ты зачем дерзишь на стак? Вот это вот. Сейчас я... Ты зачем дерзишь на стак? Идеально, идеально просто. Мне тоже понравился. Это очень хороший дубль сейчас был. Еще раз такой, да? Нет, все, не надо. Уже не надо. Дальше. Уже не надо. Ты гордишься или плохо еще? Все охрененно. Да. Честно. Гордишься, да, от чисто от сердца. Я тебе лоб поцелую. Поехали дальше.
Вызываю тебя на такая корида, ты зачем держишь роста? Вызываю тебя на... Подхвати под себя, подхвати. Что подхвати? Ты зачем? Ну вот этот, растак хотя бы подхвати. Растак. И поехали дальше. Такая корида, ты зачем держишь роста? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови. Хами мне своим видом, я ведь тоже непроста. Нас ждет жаркая корида, ты зачем держишь роста? Вызываю тебя на дуэль, без это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови полет. Мы уже готовы в зал, все становились вокруг нас. Я не в шутку все сказал, как кончилась игра. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже непроста. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держишь соста? Вызываю тебя на дуэль, без это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови полет. Мы уже готовы в зал, все столбились вокруг нас. Не шутку все сказал, детка, кончилась игра. Два таких дубля. Это там да, и будет круто. Это мы их размылим потом, и будет все классно. Так, все. Вот я нажимаю. Вот это нажимаешь и... Конкретно вот эту кнопку я нажал. И... Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже непроста. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем держишь соста? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови полет. Мы уже готовы в зал, все столбили. Так, и еще разочек. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Секунду. Там надо удалить старый дубль. Так, сейчас надо включить новый также. Я его слышал, так сказать. Эй, малая, ты сможешь. Вот это классно было. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже непроста. Она ждет жаркая коррида, ты зачем держишь соста? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие. Вот это деньги! Да. Это деньги, детка! Это да, вот это да. Может быть из-за того, что этот, спокойствие это, то есть, спокойствие, только спокойствие. Да. Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас на студии. Вот сейчас ты вообще без акцента говоришь. Прикалываешься, говоришь и без акцента. Ну да, бывает, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуй. Вот сюда кайфовать. Психолог. Тогда все будет хорошо. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже непроста. Нас ждет жаркая корида, ты зачем держишь соста? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови полет. Мы уже готовы. Я не шучу.
шутку все сказал, детка, кончилась игра. Эй, малая, ты смотришь слишком с высока, и откуда ты такая, словно горная речка. Эй, малая, ты смотришь слишком с высока, эй, откуда ты такая, словно горная река. Не хами мне своим видом, я ведь тоже не простая. Нас ждет жаркая коррида, ты зачем не слишком стать. Вызываю тебя на дуэль, без лета. Заведую, не лезь и не мешай. На танцполе нету мест, мы чаще начали дышать. Ага, вот это час мне. Это больно. Давай. Ай, бля. Начали дышать. Отражается виску, ветерка же не канают. Герои. Один из них. Но никуда. На татами танца. Видишь, что ты не видишь на меня. Ты не пришла сюда, чтобы побеждать. Разбитые сердца тебе не жаль. Советую, не лезь и не мешай. На танцполе нету мест, мы чаще начали дышать. Эй, эй, это война. Советую, не лезь и не мешай. На танцполе нету мест, мы чаще начали мешать. Эй, малая, ты смотришь слишком свысока. Эй, откуда ты такая, словно горная река? Не хами мне своим видом, я ведь тоже непроста. Но ждет жаркая коррида, ты зачем дерзишь на ста? Вызываю тебя на дуэль, ведь это не пройдет. Я тебе не твои бывшие, останови полет. Мы уже готовим зал, все столбились вокруг нас. Я не в шутку все сказал, детка, кончилась игра. Это важно! На танцполе нету мест, мы чаще начали дышать. Это война! Это война! Советую, не лезь и не мешай. На танцполе нету мест, мы чаще начали дышать.